Доброе утро, ребята! Мы уже начинаем готовиться потихонечку к финальному раунду по IDC. Сегодня пройдет квалификация, завтра парный, если все удачно сложится. Хочу сказать одну важную мысль. Весь чемпионат IDC этого года мы едем, по сути, не под эгидой Fresh Racing, к которому вы привыкли и который вы хорошо знаете, а мы едем под эгидой нового нашего проекта Fresh X Racing. То есть, по сути, это вообще новая команда, если хотите. Это новый проект, который мы запустили, вот только-только запустили в Дубае. И вот этим проектом, этой командой выехали на первую свою гонку. То есть мы прям молодая-молодая команда. Мы сняли об этом фильм на YouTube. Я вот сюда сейчас закреплю этот фильм. Обязательно посмотрите, кто еще не видел, где я рассказываю о нашем проекте, о том, как мы будем строить гоночные машины в коробках и покорять мировую сцену. А вот здесь закреплю наш Instagram. Обязательно тоже подписывайтесь и следите за нами. Нам это очень важно. Спасибо. Резюмируя все вышесказанное, еще раз хочу сказать, что я и мой партнер, которого вы классно все знаете, Анатолий Щербак, открыли новый проект Fresh X Racing. Объединился Fresh и CarX, объединились два бренда, пока это называется Fresh X. Проект направлен на то, чтобы строить гоночные машины. Об этом, как я уже говорил в предыдущей сторис, мы сняли фильм, маленький фильм. Вот здесь я еще раз закреплю на него ссылку. Обязательно смотрите, комментируйте, особенно если вы в нас не верите, прям пишите, что именно вам не нравится, что делаем мы не так, это прям нас еще больше взбодрит. Но если верите в нас, то теплый отзыв нам тоже не помешает, потому что новый проект требует большой энергии, больших сил. Вот. И вот здесь вот я еще раз закреплю наш Instagram. Тоже подписывайтесь, следите за нами. Мы будем делиться всеми этапами, не только техническими какими-то аспектами, но и тем, как все это создается, как все это развивается. У нас стартовый брифинг. Hello everyone. И через два часа начнется квалификация. Some newcomers, welcome. So after round one, we pass through quickly. Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Я к вам с таким предложением посмотреть квалификацию финального раунда, где едет Денис с Дамиром. Это дрифт, это Оман, это за граница. Не задался у нас сегодняшний день. Корвет. Короче, много вопросов у меня к машине. Вот. Ну и самочувствие не очень сегодня какое-то вялое. Не знаю, что-то прям вот плохо себя чувствую. Дамир тоже вроде мог лучше проехать. Как-то так сложилось, что не очень хороший результат. Ладно, ждем итогов квалификации. Надеюсь, получится пройти квалу, но это не точно. Вот, и все. В общем, вот так.